Sega. Подкрепление уже на подходе. Эта планета будет нашей. Глупцы, вы проиграли войну еще до ее начала. Главная цель обнаружена. Выдвигаемся на позицию. Нейтрализую. Укрытие! Ударьте с воздуха, братья! Это наша ведьма. Нет, это их планета. Hello everyone and welcome! Всем доброго вечерочка и да, добро пожаловать на стрим! Сегодня у нас будет Warhammer 2 Dawn of War. Начало сюжетной истории, как говорится. Стримить будем, как говорится, в первую очередь для вас, друзья, и вашего знакомства с этой замечательной и просто большой вселенной, которую многие не знают и очень зря. И да, думаю, что-то ударило нам в голову то самое, стримить эту замечательную игру. А почему замечательную? Потому что это очень большая и огромная вселенная, по которой даже есть настольные игры, я думаю. Это будет интересно как и любителям настолок, так, собственно, и любителям стратегии, так что Буба, продолжай. Ну и вообще здесь очень веселый игровой процесс, очень много моря просто пафоса и эпика, вот, я думаю, вам понравится, все было очень... видно по трейлеру даже. Да, все очень динамично будет и ярко и красочно, как говорится, и насыщенно, и... В этой игре не стесняются в кровище, как говорится, как на настоящем поле боя. Это вам не хухры-мухры, как говорится. Поэтому всем приятного просмотра. Вот, надеюсь, вам понравится. А в будущем, естественно, мы увидимся и на поле боя мультиплеерных баталий. Ну а пока приятного просмотра. Как говорится, поудобнее.
делайте себе чаек, перекус, а мы еще скоро ночью. Так, компания... Которая... А, я тебя сейчас приглашу, не переживай. Итак, назовите своего командора. Командор Ромбус. Сложность, вот по поводу сложности. Примарх чересчур, ну для новичка тем более. Да и там баланс хромает уже в пользу компуктера. Новобранец слишком легко, просто одним героем можно идти там всех раскладывать. Сержант тоже довольно-таки такая... стандартная сложность, на которой тоже можно геройствовать там, допустим, двумя отрядами и там делиться 2 на 2. Ну а капитан это вот как раз таки самая такая балансная сложность в плане, что и как бы нужно работать сообща и использовать там хитрости, тактики, и с другой стороны противник не такой читер местами, как, допустим, на примархе. Вот, поэтому выбор за тобой, мой товарищ. Начать на сержанте, все будет, скажем так, довольно-таки легко и просто. Или же на капитане, все будет, ну, скажем так, где-то тебе придется немножко подумать, поразмыслить тактически и более аккуратно, как говорится, действовать, нежели на сержанте. Ну, раз у нас пока вводный, и тем более я новичок в этой игре, давай, наверное, начнем с сержанта, ну а потом, я думаю, мы... Поменять нельзя будет уровень сложности. Нельзя сложности поменять. Да. Так. У тебя есть кто-нибудь сейчас на стриме вообще? Джипомич, точно. Джипомич, вот пусть Джипомич решает. Джипомич, выбор за тобой. Какую сложность Курт Вейдеру ты посоветуешь? Ну, он-то будет со мной в команде. Капитан или... сержант. Ну, короче, это считай как... Джипомич говорит, на сержанте бы играл. Да, давай. Но это лично он бы играл на сержанте. Вот. Ну, совушка тоже, да, за сержанта? Давай, на сержанте. Все будет довольно легко. Ну, сержант так сержиус. Ну уж, хаос, я думаю, там уж точно ты скажешь, капитан, очевидность. Да, Дарклекс, здравствуй. Кстати, у тебя есть возможность тогда тоже проголосовать за сложность игры. Сержант, то бишь, это считай, нормальная сложность, ближе к легкой. Или за капитана, сложность уже такая, ну, посерьезней, но все проходимо так же. И баланс там уже такой, как бы... тоже хороший, просто надо немножко думать и действовать более тактично, и все будет тоже проходимо довольно легко. Ну, а про последнюю сложность я молчу, на ней как бы там уже дисбаланс идет в пользу компуктера. А новенькая это да, новенькая. Специально для вас. Так что, будет ли второй голос за сложность, капитан или сержант? Капитан очевидность или сержант совушка? А вообще, как говорится, если совушке покажется слишком легко, мы потом можем начать просто на капитане. Или же, вот видите, он аж, видать, кто-то его вспоминает. Нет же, на новичке это сложность, где можно одним персонажем там всю карту вырезать. Дарклис, ага, прослушал все, но в целом за мозг компа мы равные возможности. Ну... равные возможности, как я уже сказал, это, скорее всего, на капитане, потому что на сержанте будет проще. Короче, Курт, тогда можем вообще поступить по-другому. Сейчас запущу на капитане, если тебе будет чересчур сложно, покажется, да, там где-то давай прям так, хардкор, понизим планку, заново начнем на сержанте, вот и все. Тем более, в первых миссиях сейчас будет просто обучение, там ты, я думаю, разберешься быстро. Поехали. Подсектор Аврелия. Группа миров на границе Империума Человечества.
Здесь набирают новобранцев кровавые вороны. Орден космических десантников императора. Сейчас эти миры защищает капитан Давиан Тул и горстка космических десантников, которые командуют совсем зелеными новобранцами. И сейчас в отчаянную битву вступает еще один десантник. Недавно получивший повышение командор готов принять командование в этот нелегкий час. Этот космический десантник — вы. И вы склоните чашу весов к победе. И выбора у нас нет. А вот, собственно, предыстория. День первый, плечом к плечу с братьями. Планета Калдерис. Вы Ромбус, космодесантник, недавно получивший звание командора. Вас отправили на Калдерис, чтобы помочь капитану Давину Тулу отразить массированное нападение орков на их лагерь. Калдерис. Мы, кровавые вороны, берем в свои ряды только лучших воинов этих миров. Калдерис. Колыбель и будущее нашего ордена. Теперь же орки собираются отнять его у нас. Мы не можем этого допустить. Разведчики, оставаться в укрытии! Убить орков на открытых позициях! Добро пожаловать, командор! Я капитан Давиан Тул, командующий силами на Калдерисе. Мы противостоим оркам, которые угрожают этому миру. Мощным огнем и теряем контроль над флангами. Направляйтесь на север и обеспечьте подкрепление. Укрытие наше все. Правильно, у тебя граната, кстати, по идее, там должна появиться сейчас. Вот, вперед. Надо чатик передвинуть чуть правее, чтобы он портреты не закрывал персонажа. Точнее, чуть ниже, наверное, опустить. Вот, там уже мясо вон идет во все. Давай ближе подходи, ты там не стой вдали. Гранаты вперед. Новобранцы, вперед!
его, Волтер. Гранату. Я ж тебя гранатой правильно скажи. Ну, по мне тоже гранатой в жбан. Почувствовав задницу от взорвавшейся гранаты, говорит при себе, да, отлично. Данный товарищ, капитан Давиан Тул, это герой из первой части, он там присутствовал в компании. Так, сейчас момент, друзья, чатик чуть опущу, чтобы он портрет не закрывал. И в ОБСке тоже сейчас чатик чутка-то, да, опустим. Вот, все отлично. Пойдем. У тебя вот этот тактический отряд самый такой выносливый, сбалансированный. Он должен прикрывать других. Много пальбы, мало трупов. Дело, говорят, орки. А, черт, назад. Нужно больше парней. Ну вот, в общем, эта сложность самая сбалансированная. Тут тактически надо пользоваться укрытиями, там, способностями, чтобы держать удар. Гранату в сторожевую вышку. Зеленокожие явно идут через шахту. Перекройте вход любыми способами. Они складывают горючие боеприпасы у входа. Хорошо брошенная граната может взорвать все это и обрушить стены пещеры. Снова Даркус. И на этот раз мы будем ждать его. Тандерхоки на подходе. Приготовиться к эвакуации. Командир как побежал. О, вот вам и барахлишка в подарок первая. Курт Вейдер ща во вкус как войдет. Сейчас Курт Вейдер так во вкус войдет. Он же любитель у нас дьяволы. Так сейчас тут такой азарт его схватит. Прокачка, барахло, лут, ух. Добро пожаловать на борт ударного крейсера Армагеддон, командор. Калдерис подвергся массовому нашествию орков, которое угрожает распространиться на весь сектор. Из других секторов поступают срочные просьбы о помощи, но мы должны сосредоточиться на текущей задаче. Я хочу, чтобы вы возглавили зашедший в тупик штурм на поверхности. Высаживайтесь в точку, указанную на карте,
и начинайте атаку на фланг орков. Вот тут-то и открывается прокачка и прочие прелести. А это все у меня в инвентаре оружия. Это уже бонусы за былые заслуги. Да, но это все использовать сейчас. Это левел подымешь, тогда и можно будет использовать. Так у меня уже второй уровень. Ну так там, вон, глянь, сколько требований. Вот, собственно, резачок себе, а болтер вот этот бери себе улучшенный. Сразу и урон тебе, видишь, повыше. И смотри, что тебе нравится там, к чему будешь, по какой ветке что прокачивать. Скажу сразу, все прокачать на всю не получится, там предел есть уровня, поэтому смотри, что тебе нравится. Но я бы посоветовал вон провокацию открыть в первую очередь, потому что она 2 кубика всего сейчас требует. Провокация, говоришь? Ну, а мне, естественно, за командора открыть боевой клич. Так. Провокация, пока не... Это в ветке здоровья у тебя. А, вижу. Ну и второй кубик. Смелее. Вот, читай, что дает эта способность. Ну ты уже понял, да, суть этого отряда тактического? Для чего он тут нужен? Угу. Там потом из них можно такую имбу сделать. Вон, самый последний навык в ветке здоровья, это вообще просто имба самая настоящая. Офигеть. Да, ну правда, когда у него мана закончится, тогда все. Уже помрет. Теряет сознание, а потом добивание происходит лишнее. Грубо говоря. Когда твой отряд весь уничтожили и героя положили... Вот, то он будет лежать, как бы просить о помощи. Если кто-то еще живой есть, там вроде меня или еще кого-то, то тогда можно еще вернуть в строй его. Ну понятно. Вот, еще бери притчу о льве. Плюс 3% к точности огня. Не будь как лев, что оставляет гадюку охранять свое логово, а затем удивляться, найдя там по возвращении змей. Вот так. Так, ну в принципе все по прокачке, можно продолжать дальше. Да. День второй. Зеленокожие захватили деревушку в окрестностях Аргуса. Деревня расположена на дороге стратегического значения. Если мы не освободим ее, весь Калдерис будет под угрозой уничтожения. Отряд опустошителей под командованием сержанта Авитуса удерживал деревню. Но в конце концов их сопротивление было сломлено. Ваша задача отбить деревню и отбросить орков. Чтобы помочь в этом, я перевожу под ваше командование сержанта Цируса и его разведчиков. Его опыт в области проведения скрытых операций может оказаться весьма полезным. Да, тоже имба персонаж при правильной прокачке. Конечно. Награда улучшенная силовая броня. Сержант Таркус. Таркус – ветеран со стажем в нескольких веков. Он ведет в бой своих тактических десантников с уверенностью и непоколебимой решимостью. Таркус служил с Давеном Тулом в прошлом. Это полная ерунда. Мы затопчем людишек, как тогда, в городе. Стой! Ты ничего не слышал? Я на позиции. Десантники, радостные новости. Авитус, командир отряда, защищавшего деревню, все еще жив. Орки ранили его, но не смогли убить. Авитус слишком упрям, чтобы умереть. Похоже на то, сэр. От Авитуса вас отделяет оборонительная позиция. И близко с незаметными... О, хабар пошел сыпаться. А дальше ведь будет больше и чаще сыпать. Так, да тут один от... Ох!
Пошло сыпать. Так, сейчас охранную башню бахнем. Подожди. Не иди, сейчас Цирус все сделает. Что самое главное, все персонажи какие-то колоритные. Да, тут все харизматичные. Бабах! Отлично, Цирус. Местонахождение Авитуса указано на... Сейчас Авитуса восстановим. Это персонаж тоже сейчас будет очень харизматичный и такой рвущийся постоянно в бой. Сейчас услышу по диалогу. Проклятые орки нашли еще один проход между холмами. Рядом с вами есть передающий маяк, командор. Захватите его, и мы сможем отправлять вам подкрепление. Да, в общем, вот этот маяк запомни. Когда в отряде кого-то убивают, подводишь к нему юнитов, вот этих командиров, и они пополняют отряды. Вон Авитус, уйди, восстанови. Если он будет рядом с маяком. Да, Таркус, это у тебя все в порядке. Вон у тебя Авитус под контролем. Дальше тебе его. Так. А вот. Подкрепление на подходе. Ну и запомни, это такой отряд этих опустошителей с тяжелыми болтерами, которые должны еще разложиться на позиции, прежде чем начать стрелять. И отряды опустошителей полностью восстановлены. Теперь пробивайтесь в деревню и выбейте из нее орков, командор. Он может в дом посадить его, он там крошить будет. Ох, сыпет, а? Кур, ты будешь точно. Все, идем дальше. Ну что Джипомич скажет, ему это... Как, трансляция все нормально работает? Смотрится хорошо? Или Даркрикс, кто там в чатике? Сейчас эти гады. Где там ты? Солдаты ордена готовы. Идем дальше. Командор, мой отряд возведет хорошо укрепленное укрытие. Огонь моего тяжелого болтера остановит зеленокожих. Там, опустошители, приготовиться! Наши тяжелые. Куда же ты отходишь? Смертоносны. Вон, становись за укрытие и вперед. О, пошли перестрелка. Идем, ням-ням. Пугались. Вот этот Авитус, отряд опустошителей, мне очень нравится, как они крошить начинают. Особенно, когда активируешь ему там этот усиленный огонь. Рядом с вами есть второй ретрансляционный маяк. Активируйте его, чтобы закончить зачистку деревни. Прекрасная работа, командор. Деревня пуста. Еще орки, командор. Подготовьте войска к отражению нападения. Деревню надо удержать. Ты можешь зажать правую кнопку мыши, и там это направление выбираешь, куда разложить и как его. Ну это когда ты в чистом поле. Все засели. Ну это ты что-то переборщил. Вышли. Приближаются орки. Да, Таркуса давай на передовую. Давай,
Бабах! Минус Авитус. Ты ж следи, когда тебе гранаты в здание кидают. Некогда помогать, тут новая волна идет. А, хотя что помогу? Вот тебе аптечка, поднимайся. О, сыпет хабара, а? Тут уже от укрытия ничего не осталось. О, еще барахло. Глянь, сколько сыпет-то, а? Мои поздравления, космический десантник. Подготовиться к возвращению на Армагеддон. Тандерхоки на подходе. Улучшенная броня. Да это барахло, белая шмотка вообще без бонусов. Там зеленого вон, смотри, сколько насыпало. Глянь, сколько предметов насыпало. 8 штук. Сейчас будешь смотреть, любоваться и выбирать, что же лучше. Ой, сколько добра, будешь говорить. Господи, у каждого отлично, сейчас из двух новый уровень. Эти орки сполна расплатились за разграбленную деревню. Деревня освобождена от противника. Теперь мы можем установить контроль над дорогой в столицу. Зеленокожие не случайно нанесли удар в тот момент, когда мы были наиболее уязвимы, капитан Тул. Цирус прав. Кто-то направляет орков на стратегически важные цели. Чтобы выиграть эту войну, нам нужно понять, кто использует орков против нас. Вот, сразу те два задания. Так, а вот, кстати, уже и пополнение. Так, ну тут Цирусу определенно одна броня, вот. Хмурое молчание. После того, как весь его взвод погиб в неравном сражении с орками в ущелье Зеленокожих... Да-да-да, именно так. За Императора! На Тифоне новобранец Нарин, став космодесантником, дал обет молчания, который хранил всю жизнь. Последнее, что он произнес, был отказ от мантии тактического взвода. В память о погибших братьях он остался простым разведчиком. Так, ну Цирус, не, если вот это возьмем, откроем неподвижность. Мавитус, я думаю, стоит мантию ворона. Выбрать, к стрелковому урону, естественно. Улучшенная силовая, она вообще никакая. Так, куда кинуть очки? В принципе, у него улучшенная оптика будет, если ему сейчас стрельбу вкинуть. Ну, учитывая, что тебе два очка только и получишь бонус, то да, это стоящее вложение. Так, что у нас еще из барахла? Цирус у нас... Его навыки воли уходят. Так, бронька. Вот это, кстати, незаметное оживление, очень интересный навык. Незаметное оживление? Ну, это навык, знаешь ли. Вот у него тут имба есть мастер маскировки. И потом... Ну, улучшенная маскировка, да. Чем-то мне хочется этот навык. Ну ты еще погоди, там дальше сейчас еще в отряд присоединятся кое-кто, и там еще будет выбор у тебя. Так. Ладненько. Цирус, так. Надо броню кому-нибудь отдать одну. Ну, наверное, командору пока что. Все. Тут на третий уровень ничего нема для командора. А, есть вот на третий уровень пистолетик. Так, и давай так сделаем. Раз у нас все по отрядам.
Ты своими двумя, я своими. Ты так там еще сейчас добавится. Ты не думай, это еще не конец. Ну я как понял, можно чужими. Дальше откроется. Дальше откроется функция менять отряды. Пока что вот как есть, а там дальше будет функция менять отряд, так что не переживай. Так, либо набег скайкиллы, либо гатренча. Гатренча, вот эти ворки. Слушай, это... меня привлекает вот эта рожа орочья. Гатренча? Да. Так, слушай, я, наверное, все-таки пистолетик пока продам к черту. Во, сейчас командору левел подымем. А, ну это, господи, это что-то, что-то задание надо будет выполнять. Да, так, сейчас командору и броню дадим. Того, что мы в конце получим. Вот это задания. Тоже, во, отлично, новый левел. Вот это я понимаю. Так, о, а вот и броня для командора, мантия великого отца. После того, как Азария Видия стал совмещать должности главного библиария и магистра ордена в 37-м тысячелетии, ему в дар был преподнесен специально созданный для него мощный комплект брони Терминатора. После его смерти броню украсили летаниями его былых побед и модифицировали для использования космодесантником, не обладающим псайкерскими способностями. Псайкерские способности — это такие, знаете ли, типа магии, если на таком языке говорить. В общем, пси-способности космодесантника. Так, командор. Я тоже сейчас думаю, что так увеличить. Мастер по болтерам или ближний бой? Да почему бы и не ближний бой? Так, ну тогда... Сью. Дальше останется всего 2 очка кинуть и все. Ready. Ты давай ромбус со своим учим сделай. Сделал. Все, там Таркус тоже 3 у тебя уже, отлично. Брони ему так и не нашлось. Ну все. Ready to battle, поехали. Так кого там, Гатренчу или... Давай, Гатренчи, что-то мне не нравится. Командор, так, тут нанесли... награда, это, тут, да все командор, барахло, короче. Орки нанесли удар по очередной уязвимой точке. Нападением руководит мощный орк по имени Гатренчи. Прекрасно. Его наверняка кто-то навел на эту цель, но, скорее всего, он об этом не подозревает. Ваши отряды должны уничтожить его, пока он не наделал больше вреда. Продолжайте искать зацепки относительно того, кто может манипулировать им. Да, это у нас был Гатренчи, а тут... А тут Скайкиллер. Ну, поехали на Гатренчи, в общем. Тут горит, здесь тоже. Ну, все, Гатренчи так Гатренчи. Сержант Авитус, отряд опустошитель. Специализация Авитуса — тяжелое оружие, максимальная огневая мощь за короткий промежуток времени. Его отряд опустошителей редко оставляет после себя выживших. Очень быстрые загрузки. Очень, ну извини, у меня, по-моему, еще быстрее, чем у тебя, потому что в прошлый раз там ожидание у тебя было. Вот, здесь будут встречаться по ходу прохождения... Особое здание, которое можно захватить и получить бонус. Одно из них мы в этой миссии сейчас и захватим. А графика в игре просто превосходная. Движок обалденный. Для 2009-го-то года. Так, сейчас мы лошадь подземляться. Местоположение Гатренчи указано на вашей карте. Вам придется пробиваться через орков, которые его защищают. Именем императора. А я левый фланг возьму. Почему ты отпадешь? О! Хабар. Я
как тебе сложность это вторая? Бейте, а сволочь убежал с одним хп. Да-да, Диего озвучивает. Это верно, Жанович. Тут эти из Готики актеры. Сейчас Таркус, смотрю, лезет прямо в бой, в центр. Мы не туда пошли, нам бы в левую часть храм захватить. Кстати, тебе надо бы решить уже сейчас. У тебя этот Таркус будет тактическим отрядом, как и изначально полагалось, с таким как бы стрелковым, или все-таки полностью рукопашным станет? Ой, какой навык, короче, мне прокачан. Там по ветке увидишь к рукопашке, которая идет. И... Ну, к рукопашке это посередине, которая желтого цвета. К... Не знаю, лучше, наверное... Хотелось бы универсала, конечно, сделать, но... Универсала можно в хаосе сделать, там уже... Хотя бы сейчас я ему хочу сделать так, чтобы он мог постоять за себя в рукопашке. То есть лезвие я ему сделаю потом. Если лезвие ему дашь, то тогда у него весь отряд станет рукопашным. Да, конечно. Ты раньше оттуда сейчас всех просто разнесешь. Орк там палит. Все, и граната была лишней. Тактическое перемещение. Так, сейчас вот этих гадов надо. Приманивай. А что, прям они не дураки? Они к тебе не пойдут сюда, к домику. Ну вообще нам пока надо вон до храма дойти. Можно было бы захватить другую станцию, но мы пойдем сюда. Нет, подожди. Я там ящик. Ну, хабар это, ящик это хабар. Солдат, будьте бдительны, хабар, будем передвигаться незаметно. Ну хабар в смысле такой, не предмет какой-то, а я вот эти справлюсь. Тактические штуки. Ах ты гад, опять убегает. Убежал. Вот этому сконцентрированный огонь активировал. Готов. Храм занимает храм
Горячие клавиши можно им сделать? Конечно, юзать можно. Выбор за вами, но это займет некоторое время. Вон же у тебя все подписано, как что за что отвечает. Только скажите. Эх, блин, сагрил всех. Сейчас подымем, теперь аптечка есть. Сейчас там отряды спереди по полу. Вот. Вот хорошо, гранаты по командору. Сам побежал. Полежит, отдохнем. Полежит, отдохнем. Судя по не отдыхает вообще. Угрозы храму больше нет. Захватив его, мы станем сильнее в бою. Полевые генералы не установят эти генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Потом тут и оборона будет. Обнаружен враг. Так. Они наступают потихоньку. А пускай я их сейчас обойду. А ты уже начал расстрел, куда же ты от позицию? Ну все, это драпать, наверное, тебе пора. Хотя. Че, кто решил? Да. Тебя там жопу надирают. Вали, драпай, короче. Нажми на это, X на клавиатуре. О. Да, зря ты позицию решил сменить. Скажите это сейчас, пока ничего так.
иди восстанавливайся. Тактическое продвижение зачем тебя вкручивать? Хотел зайти с тылу. Ты не у генератора стой, ты у храма стань, там восстанавливается. Скажите, хочем дети. Так, не мешало бы перед Гатренчей захватить вон ту точку для отступления. На случай чего. Скажите, это сейчас, пока не началось очищение. Очень внимательно. Так, один драпает. Удрапал. Пойди убей его, если хочешь, одним отрядом. Я вообще не хочу этого делать. У меня вот такой ускоритель включился. Ух, сейчас. Да вон граната нужна от тебя в домик. Не-не-не, никакая граната. Так тут два домика, блин. А, щас, блин. Надеюсь, не в командора граната полетит. Где твой Таркус оделся? Он вообще черт знает где там сзади стоит. Он стоит, ничего ему не надо. Айда Гатренче. О! Примайди.
доигрался. Контроль наше все. Как они любят прям идти в глубь к тебе. Оп, бабах, живой. О, не зря завалили их. Ну вот сейчас на боссе. Вон он, Гатрэнч. Не, не Гатрэнча. Кстати, орки такие забавные, у них вон эти кастрюли на головах. Ты приблизь, посмотри. Шлем из кастрюли, блин. Ну, поехали. А вот и главарь. Мы твоя смерть, зеленокожий. Все, давай там, все активируй. Ах ты гад, еще. А ща как. Вот на этой сложности компуктер не тупит. Ух ты ж. Сейчас помогу. Давай, да все, я убегаю. Гранатой гада. И по командору, походу. О! Граната! Сейчас. Помогай командору! Сбегай! Вот! Хлобысь! Жив! Больше я кидать не буду. Ох ты ж, елки! Нет, нет, нет! Вот сейчас тебя разнесет, стоишь так. Ох ты ж, еще одна ударная волна. Ой, минус скаут, походу. Сейчас, когда ты ящик еще. Ох ты ж, ты тут, ты ж. Молодец! Снялся и геройский, и пару выстрелов. Полег, что один, что другой. Двое лежат, память об этой победе только. Долго останется. Кстати, это... Если подыхать не будешь, будут дополнительно эти давать опыт и прочее барахло. Так что... Есть стимул не подыхать, я помню. Да. Отлично, командор. Смерть Гатрэнчи вергла его банду в панику. Я произвожу высадку команды, которая обыщет то, что осталось от орков, и попробует найти зацепки. Капитан, у нас есть какая-нибудь новая информация из соседнего сектора? Нет. Мы потеряли связь с ними. Что могло уничтожить всю связь в целом секторе за несколько дней? Мы разберемся с этим, но оборона Калдериса — первейшая задача. Командор, начинайте высадку на поверхность, как только ваши отряды будут готовы.
Так, пошел, прокачается. Ой, сколько добра! Да, о. Розарий. Розарий — это неуязвимость временная. Бери, у меня все равно места пока нет под ней. Так, и улучшенный тяжелый болтер. И чё ты знаешь? Как-то он вообще никак, по-моему. Что-то улучшения я нисколько не вижу. Так, это барахло, инвентарь ему пока не нужен. Значит, возьмем Цирус в особые боеприпасы. Так. Ты кому там неуязвимость? А, это сватал. Болтер, что ж ты не берешь? Да зачем он? Но он лучше. Фигня полная. Чем? Уроном. Вон у него стрелковый так 47.3, с ним 64 вообще-то. Я не видел особой разницы. В своем описании не знаю почему. Так. Использование навыка с огня, это сможет быть отброшен. Сразу предупрежу, что тут будет еще потом под конец игры броня терминатора. Вот. А в броне терминатора отброшенным он не может быть по умолчанию, и плюс укрытие он тоже тогда в броне терминатора использовать не сможет. Поэтому, как бы, если он будет вон терминаторские почести в броне терминатора, то сила укрытия, способность, можешь забить на нее болт. То есть на стрельбу, грубо говоря. Нет, это он в ветке здоровья, самая последняя сила укрытия. Ну, я думаю, силу укрытия я его прибавлю, постараюсь дойти до улучшенной фокусировки. Она тут полезная плюшка. Да. И, в принципе, все. Теперь остался Скайкилла. Сейчас Скайкиллу пойдем крошить. Блин, вот... Эти орки мне напоминают орков из одной игры на PlayStation 1. В этой игре как раз ты играешь за злодея, а герои наоборот. Сержант Цирус, отряд скаутов. Цирус – опытный космический десантник с грозной репутацией. Посвятил себя подготовке новичков. Он делает из скаутов полноценных кровавых воронов. Герои, наоборот, напали на твою башню и стараются ее захватить. Ну, если будет возможность, я стремлю эту игрушку. Довольно интереснее. Есть еще игра «Черт на колесе». Я даже название не помню, там черт на колесе катается с дубинками. Расположение врага обозначено. Всегда бы так падали. Наш путь будет отмечен. Цирусу я взял дробовичок в этот раз. Так, что будем захватывать? Орбитальную станцию или литейный завод? Наверное, лучше литейный завод, он пулеметные точки даст разворот возможности. Сейчас я разберусь с ним. Сейчас тебе помогу. Цирус, помоги вам, дробовичка. Ну, дробовик — это оружие такое.
для ближнего боя, как ты понял. Так, я предлагаю тебе мои касты. Ну вот мы же идем. Братья, перед нами противник. По правой, не, вон слева маяк, видишь? Вот четкая граната. Не в команду, да? Все, что ли, вся охрана. Да нет. Левая. А зачем тебе это здание, Анч? Думаешь, они такие дурачки, пойдут тебе на здание? Вон то здание лучше подорви. Ага, граната, значит. В смысле, вот это что, ребят? Скайкилла — это, как вы все могли понять, оркский там важная шишка, который заведует этими маньяками на реактивных ранцах. Вот такие вот они маньяки. Что если забит инвентарь максимальным количеством, то ящик тебе не нужен. Скажите, хочу где черный. Ага, бункер. Барахло.
Пехота союзников Авитуса, кто-то там погиб. Да, трапать он умеет. До свидания, ребята. Ликвидирован. И вы тоже ликвидированы. Все, этот сволочь уже драпу дал. Дробовик хорошая штука на ближней дистанции. Да и конечно. Не за импертра, а за императора. Что-то ты поздновато, а не Мушвили пришел. Так, ну пойдем. Скайкилла ждет. Че, серьезно, сейчас Скайкилла будет? Да, как ты понял, он будет штурмовик. Летающий. Ну что, иди как сюда. Как он будет? Вот! Поехали! Давай, сконцентрируй огонь, все врубай, чё ж. Хлобысь! Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ща как... О, нифига себе! Так. Ну мы это дело сейчас поправим. Отходи, бомба, блин. Перемещаемся в укрытие. Давай его подавляй огнем. О, зашибись. Ну, на этот счет, анимуша, насчет того, что Soul Storm самая лучшая игра в серии, с тобой тут могут поспорить фанаты вселенной в том плане, что второй Warhammer самый лучший или первый Soul Storm. Вот в Soul Storm, а я могу одно сказать, что он лучший из первых частей, как бы, и самый последний. А вот какая часть лучше, там, первая или... Вторая. Тут уже будет спор долгий. Но одно можно сказать точно, что третья хуже первой и второй.
извиняй, командор. Где это? Вот сейчас на тебя хорошенько так полетит, баба. Ой-ой. Получай, гад. Есть. Я один стоит такой дебил. Ой, сколько добра, ой, сколько добра. 6, 7. Сейчас продам старое добро. Превосходно, командор. В останках орков Скайкила и Гатренчи вы нашли важную улику. Оба они недавно были на шахте Фелхаммер в горах за пределами Аргуса. Кто бы ни направлял орков, их база должна располагаться в шахте Фелхаммер. Непрощающая правда. Так, пора увеличивать инвентарь персонажем. Уже добра очень много тут. Ох, ой, сколько да, ой, сколько добра, ой, 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 сколько всего. Да, добра что-то много. Так, вот это барахло продаем. Так, особые боеприпасы. Этому тоже уже, по-моему, пора потихоньку инвентарь поднимать. О, снайперка. Почтенное молчание. Даже когда коготь пронзил ему грудь, он не закричал. Гримаса исказила лицо космического десантника. Он вогнал дуло своей снайперской винтовки прямо в глаз гигантской твари и нажал на спусковой крючок. Когда появился Корнифлекс, мы думали, что нам всем настал конец, но его жертва спасла всю нашу роту из отчета капитана имперских гвардейцев Магикана. Ну вот. Снайперку берем. Это продаем барахло. Это продаем барахло. Это тоже барахло. Командор. Есть у нас плюс 10 к уровню брони. Это молитва праведника и турелька. Я советую тебе инвентарь увеличивать, чтобы не было таких этих. Как? Ну вон, смотри, увеличение вместимости инвентаря вон у Таркуса, да и у Авитуса, это у всех есть вон значок этот увеличение. Ты все-таки, я смотрю, решил Таркуса переделать что ли в ближнего боя мастера? Да? Ну вообще хотелось бы, чтобы, блин... Хотелось бы, чтобы он был универсальным бойцом. Ну, ему либо... Он же будет болтер. И я ж говорю, ему либо ты делаешь его рукопашником, и весь отряд у него тоже становится рукопашником, либо ты его делаешь вот так с болтерами, и тактический отряд получается. Понятно. С болтерами надо прокачивать стрельбу. Естественно. А ты что, по ветке разнеешь, вон тактик ближнего боя, потом силовые мечи, это все идет в ближний бой потом. Ты уж... О, Авитус. Ты уж Авитус. Лучше знаешь, что, если уж начал это дело, вложил сюда 2 очка, ты уж... Тут 2 еще остается, вот. Ты можешь сделать то, что хотел, попробовать вот так вот. Взять ему этот, вот смотри, посмотреть вот так. Вот, видишь, у них отряд какой становится. Mm-hmm. Вот такой вот отряд будет.
пилой как раз. Да не только, там много плюшек откроется. Ну тогда забудь про... Паш жопе надавать могут. Мастер болтера, он стреляет чаще. Мастер стрельбы и искусство тактики. Вон. При использовании тактического подвижения Тайкус и его отряд только получат, значит, не только получат дополнительную защиту, но и будут наносить дополнительный урон. Эффект не распространяется на отряд. Тактическая масть, гренадер. Тут много чего можно тебе это. Так что выбирай. Будет он у тебя рукопашник, говоришь? Просто, как ты сам видишь, либо прокачивай ветку мастер болтер тактик, вот, либо забей болт на ветку стрельбы болтерами, качай, возьми инвентарь, и гренадер не знаю, скажу сразу, что в броне терминатора он гранатами пользоваться не сможет, у него там будет ракетная установка, вот, поэтому... Ну, давай стрельбу качну тогда, ладно. А эти два очка, что ты вбахал в рукопашку? Черт, знаю, зачем я это сделал. Ну, ладно, это была ошибка, буду прокачивать стрельбу тогда. Ну, вообще на твоем месте. Игра, я бы не сказал, что игра длинная, а по поводу линейности, вот эта первая часть, скажем так, да, тут концовка одна, она линейная, а вот следующая часть продолжения «Ярость хаоса», вот там концовок где-то штук 6 или 7, вот, и там она полностью нелинейная, там будет много выборов доброго, злого поступка, снаряжения, которое требует от тебя... как бы злую карму, или там будет портить твой отряд, а он будет становиться каким-нибудь чумным, хаоситом там и прочее. В общем, это уже в продолжении будет. А здесь пока как бы вот так. Так что, Курт Вейдер, не хочешь попробовать уже ближний бой, раз ты уж вкачал, уже добавить тут два очка эти и пока что так побродить? Все равно ты мастера по болтерам сразу сейчас не откроешь. Потому что на следующем задании открою. А те очки я не верну тогда. Ну, вот так, да. Здесь, да, Darkrix, концовка одна. А вот в следующем, в продолжении, там уже концовок 6 или 7 штук. Ну, там много, в общем, развязок. Так, Авитусу. Так ты что, так оставляешь? Не будешь брать пока с холодным, как ты вкачал ему? Вообще не знаю, честно. Вот, слушай, Авитусу ты не тот болтер выбрал, бич ксеносов. Авитусу лучше взял вон чистильщик залива Победы. Оно же заветно лучше. Перезаряжается реже и к стрелковому урону. А этот продать нахрен. Вот и все. Так, тут Тарксу как раз можно накидать дополнительную экипировку. Ну, блин. Связка осколочных гранат, я думаю. Это точно. И... Плюс 10 к урону брони. И тут прям вот эти два очка, ну, просятся в ближний бой. Так я же тебе говорю, вкачай уже тогда пока туда, потому что все равно тут прокачка рассчитана на то, что ты как бы откроешь... Да? Нет, она рассчитана на то, что ты откроешь вот обязательно по умению вот этих вот, которые идут по веткам, вот. И тут не будет такого, что ты вложил там, допустим, два очка вот эти, если не доложишь сейчас здесь, то ты потом будешь страдать в каком-то другом месте, тебе двух не будет хватать до способности. Но здесь-то будут еще встречаться предметы, которые это позволяют тебе добавить дополнительные очки при ношении, вот. Ну, там увидишь, в общем. Ладно, продолжаем. В принципе, есть Авитус, который управляется в дальнем бою.
нас истинный враг, совершивший задание расположения к югу от Аргуса, поселение служит промежуточной зоной между пустошами и столицей. Так что, в общем, одно задание, побегай в рукопашку, как говорится, испытай счастье. А я тебе отдам Нати тогда вот еще. Подарок от командора. Вот. Все. Снарядились, трик точности. А это Айвитусу отдай. Трик точности. Розари остается. А, нужно ли нам это бессмертие? Ну, в принципе, ладно, пусть будет улавиться бессмертие. Будешь прожимать. Вот тебе и все. Все, собственно. Стартуем. Поехали. В таком раскладе. Все. Командор, время нанести удар по нашему настоящему врагу. Кто бы ни провоцировал и не направлял зеленокожих, его убежище шахта Фелхаммер на окраине Аргуса. Мы считаем, что орк Вадзапа, которому удалось уйти после нашей первой встречи на Калдерисе, также направляется к шахте. Вы и ваши отряды высадитесь к югу от Фелхаммера и пойдете на север. Сила и огневая мощь дадут лучший результат, чем скрытность. По этой причине сержант Цирус останется на борту Армагеддона, да, и будет обеспечивать поддержку. Стартовать будешь? Да, сейчас стартану, Дарклексу тогда отвечу на его этот. Вот он тут ответил про нелинейность игр в его понимании. Вот. В этом Вархаммере здесь завершать игру, вот в этой конкретной части, вот в начальной, второй, можно только тогда, когда ты захочешь. То бишь тут перед концом игры будет там набор миссий появляться, всякие там задания дополнительные, на выбитие, как говорится, уникального снаряжения, вот, какое тебе там нравится, подготавливающее тебя под финал игры. Вот. Поэтому здесь, если в этом плане смотреть туда, концовка будет только тогда, когда ты отправишься на финальную миссию. А по этот момент ты сможешь сколько твоей души угодно. Ну, может, там, конечно, есть предел, но я смотрел, там достаточно долго можно всякие там дополнительные задания выполнять, не по сюжету. Так что да, если в этом плане, то нелинейно. Вот. Ну, поехали. Это, наверное, как в Mass Effect. Перед финалом может быть множество всяких заданий, которые можно... Да, а можно нет. Сержант Фадей, штурмовой отряд. Фадею недавно было присвоено звание сержанта. Он прославился в битвах с орками на Калдерисе. Эльфы, да, тут есть эти гаденыши. А, они все лучше и лучше приземляются. Посмотри, как да. Плохо этот... Ну все, вперед, Тайкус, в бой. Куда ты за укрытие прячешься? У тебя цепные мечи. Вот. Север, командор. Доберитесь до шахты Фелхаммер и выясните, кто натравливает орков. Сейчас будет развязка первой главы. Вот они. Там кто-то есть. Ушли. Эльфы. Но это были не орки. А ведь у тебя что, теперь отдыхать будет? Вот и конвой. Орки вывезли их. Мы отомстим им. Двигайтесь вперед. Стрелки орков засели на гребне горы. Укрытие. Что, ярость с ними! А вот и снайпер. Нет, это не снайпер. Это штурмовой отряд.
И очередной наш сопартиец. Адей явился для несения службы, командор. Хорошо отдохнули, ожидая лучшего момента для атаки. Рад тебя видеть, Адус. Ясно. Так, туда прям граната бросится. Нет, туда Фадей сейчас полетит. Или хочешь гранату кидать? Еще у меня граната будет сейчас. Анимуша. Инквизитор из гетто будет в продолжении. Мы видим, что у меня сейчас на экране имущество в бою и помогут получить подкрепление. Я просканирую их оборону. Командор, у орков серьезные укрепления рядом с главным входом. Атаковать в лоб было бы полным безрассудством. Прыжок, пара гранат, и мы внутри Цепс. И попали на прицел целой банде орков. Ну так что, будешь прыгать? Конечно буду, а ты тоже прикрывать. Ну вначале маяк. Позиция должна стать нашей. Так, пока тут заходит маяк, что там везучий? Кто там везучий? Принцип домино, погрузчик одним движением обрушил огромный склад. Пфф, вот дает. Наверное, ему потом нехило досталось. Местность всегда под контролем. Так, ну поехали, давай, прикрывай. Хотя что прикрою, у тебя Авитус. О, чё ж ты сразу не сказал, что будешь юзать? У Авитуса всё. Нет, это ему просто повезло, что он был не под ударом. Поди, сука, отправь одного хотя бы. Не теряй смелости, брат. Умный, искусственный. Дарклис говорит, тот случай, когда выжить обидно вдвойне. Ты это Таркус что ли не включал тактическое это? Тактическое движение? Да, ну же это. Без этого ж никуда, это же его главная имба способность. А, еще нас лежит. Командор, шахта Белхаймер близко. Командор, полежи, отдохни. Хорошо, что генератором не прибило командора. Дайте мне приказ. Все, там прохода нет. Значит, идем вот. Хотя, кстати, Фадей мог бы перелететь сразу туда. К боссу, как говорится. Ну его бы там. Да, его бы там жопу надрали. Это охранники орков, которых убили на месте. Здесь прошел еще кто-то. Быстрее,
пока не подошли люди. Мы не можем допустить, что один город Леон сорвал весь план пищи. Ну что, попор тут? Я у него сигарета в трубах, курилка. Все, пошли три стороны сразу в бой. Почему у тебя Тарк, будучи рукопашником, сзади стоит с Авитусом рядом, когда он должен быть на передовой? Где гранаты? Нужны гранаты. У тебя есть тактическое передвижение, которым ты почему-то не пользуешься совсем. Ну и не увлекайся им тоже. Тактическое передвижение у Таркуса это имба. Да, пушки мерзкие у этих дрыщей, это точно. Сейчас я кину гранату. А вот и заводила главный. Псионик. Таркус опять отдыхает. Ух, один хп. Концентрированным огнем пали и не меняй так часто укрытия. Он, видишь, он боится пулеметов слабый к огнестрельному оружию. Возможно, орки их задержать. Дать нам время. И за тебя мы все обречены. Можешь
Ситуация осложняется, командор. Очевидно, что эльдары натравливают и провоцируют орков. Вряд ли их вмешательство можно считать хорошей новостью. Они сказали, что привлекали орков для сражения с общим врагом. Что бы это могло значить? Я бы не стал доверять тому, что говорят эльдары. Они вероломны и лживы по своей природе. Ты прав, Таркус. Но они не дураки. Варлок, которого вы уничтожили, возможно, руководил орками здесь, на Калдерисе, но он явно был только частью какого-то большого плана. Мы получаем донесение, что эльдары управляют орками в близлежащей системе Тифон. Армагеддон доставит вас на Тифон. Там вы вступите в бой с врагом. Я перенаправлю на вас все сигналы тревоги, которые мы получаем с Тифона. Вот у нас открылась возможность перемещения по секторам. То мы были на Калдерисе. Калдерис – феодальный мир, известный засушливым климатом и отважными войнами. Уже тысячелетия кровавые вороны, то бишь наш орден, формируются из жителей этого мира. Имперский губернатор наблюдает за планетой с орбиты. А сейчас мы отправимся на Тифон Примарис. Джунгли и болота Тифона кишат орками, которые уничтожили живших на планете примитивных людей. Те немногие, что выжили, пополнили ряды кровавых воронов. Айда на Тифон. Красота. Так, пора командуру увеличить инвентарь. Вообще всем пора инвентарь увеличивать. Так, два сюда и инвентарь тоже пойдем увеличивать. Так, войск у добра. Ну вот теперь, кстати, у нас уже появилась возможность сейчас это выбирать, где какой отряд будет. Вот злой совет дадим. Кому-нибудь можно. Вот так. Так, что мы имеем? Ой, сколько добра. Ну ты, Таркус, что, я не понял, будешь пилить ходить или все-таки с болтером? Пилить. Чё-то пилил ты как-то пока, на первый взгляд, неважно. Ты мне про главного босса говоришь? Да не знаю, в общем. Так. Пятый уровень у командора. Шестнадцать брони, а тут 12. Да, одеваем эту броню. Запильщик. Против орков отлично. Так. Столько брони. Ой, сколько добра! Уровня не хватает. А ну мы белое продавать можем смело. Есть еще что белое? Нету ничего пока. Я бы мог командором побегать со стрелковым оружием, но это такое себе. Так, это тоже нахрен. Оп. Тут никому уровень халявно нельзя поднять сейчас. А, вот сейчас твоим поднимем до 5 левела. Значит, что тут еще можно продать? Да тут и продавать-то особо нечего. Вот дробовик можем продать. Хоп. Все, уровень 5. Так, ты все сейчас качай, советую на инвентарь. Блин. Советую инвентарь сейчас качать, потому что вещей, добра всего полно. Добавляет ячейку для дополнительной экипировки. Правильно понял? Да. Угу. Так, теперь, ох ты. Ёшкина мать.
Короче, притчу о льве тоже продам, наверное. Вот, кстати, плюс 2 к навыкам рукопашного боя. Вот, Лавитус, здрасте. Прямо просится. Ну вот, использую ее, как раз ему подходит сейчас. Все. А ты, Авитус, что-то как-то ты странно, уже пошел к улучшению фокусировки, бросил, там одно очко осталось вложить, зачем-то в этот вложил. Ты это, если что-то видишь умение какое-то, ты уже добей, как бы, докачай его. Так, вот и болтер уже новый, можно одеть ему. О, один к воле, как броня раз. Броня разрушителя. Как раз просится прям для Авитуса. О, видал, какая золотая. Космодесантников называют великими спасителями человечества, служащими империуму. Однако у легенды много обличий, и одно из них — ангелы смерти, несущие разрушение врагам человечества. А он болтера и мбовый для Таркуса. Так. Фадей — лапоть какой-то третьего уровня. Я, короче, от него отказываюсь. Кто тут? Сейчас давай глянем, что там ждет за миссия. Одно Эльдар и одно Орки. Куда вначале пойдем? К Оркам или к Эльдарам вначале? А, давай к Оркам. Орки могут... Так. Продолжают атаковать важные точки. А, это защита, что ли? Организовали нападение на станцию связи. А, это защита. Захватить и разграбить. Это защита, отлично. Фадея, нахрен. Пусть отдыхает. Все. Все-таки на Орков? Защита, тем более, на оборону. Все. Ну все, вот в таком этом авиаудар будешь брать кому-нибудь? Да, Цирусу возьмем авиаудар, пускай. Да. Что там еще? Каждый битый враг, это хрень. Все, Авитусу бессмертие. Ну все, в этом вот так и отправляемся. Будешь болтер Авитусу давать? Хотя... перезаряжается реже, выглядит имбови. Вот на другом уровне у тебя будет смысл отдать ему вон тот болтер плюс один к воле, который дает. И сможешь ему открыть увеличение инвентаря сразу на халяву. Пока с тем будешь ходить. Ну все, как говорится, в бой. Фадей как бомж у нас пока вообще раздетый. Все прокачанные тут. А он как бомж. Так. О. Я Цируса сейчас тоже левелап сделаю, походу. Продаем. Отлично. Заданий. Да. И остался бомжом. Хоп. Хотя, блин. Какая-то фиговая броня старая лучше. Возьмем старую. Все, инвентарь надо прокачать. Ну все. В бой, как говорится. Погнали. Фадей прокачался еще. Бомжик Фадей прокачался. Ну, пускай дальше отдыхает. Погнали. Давай начинаем. Здесь сейчас и турели можно будет расставить. Оборону, пушечки палят, танчики палят, как говорится. Вот они, орки. Орочи угрозы, яростные, кровожадные, неотесанные, жестокие орки. Они заполонили галактику. От края до края. Орки вот-вот начнут штурм, командор. Все, отлично. Зеленокожие сосредоточат усилия на генераторах, питающих станцию. Если генераторы откажут, орки захватят. Да, генераторы станцию. Надо защищать. Так, откуда попрут гады? Снизу, понятно. Надо тактически правильно сейчас это, откуда они прут, разместить турельку. Вот сюда. Слушай, а я пойду попробую захвачу точку. Ты сможешь тут один позащищаться, пока я захватывать пойду? Постараюсь. Давай. У тебя тут пулеметная турель есть, если что. Скажите это сейчас, пока не началось очищение. А я пока тут пойду попробую.
Там у тебя мины, кстати, турель ты можешь разместить вон над... Если ты не увидел иконки. Я слышу, что тут на другом конце карты эти та-та-та-та-та-та-та. Так. Сохраняем спокойствие. Замечены новые враги. Вражины. Мой суд вершится в сумерках. Меняй позицию. Эти есть. Так, надеюсь, у тебя там все под контролем. Ага, сейчас будут сверху идти. Ставь турель вон за баррикадой, они сверху будут все эти еще. Ну, если у тебя есть турель, по идее есть. И мину можешь. Мина штука имбовая. А я почти храм уже захватил. Да, орки такие. Ха, суровые. Ух ты, что тут у тебя? Ну там укрепление ломают, показывают. Сейчас я вижу. Сейчас я мины. Так. Сейчас уже почти захватил, блин. Хотя ты пока там хорошо справляешься. Да офигенно просто. Мины могу тебе поставить, если нужны. Вот. Положил тебе мины тут рядом. Все. Ну все, могу идти к тебе. Давай, ничто не помешает мне сразиться с этим. Вопрос тут, как мне тебе пойти? Жопа полная. А ты убегай так, назад. Иди, на X. На X нажми и убегай. Да, я вижу. Короче, понятно, надо бежать полным ходом домой. Давай, Авитус. Братья, перед нами противник. О! А, у тебя что, турелька есть? Что это так, паника такая? Пятачком к тебе на помощь. Все, подлога кавалерия прибыла. Конечно. А я турель пущу сейчас вторую, наверное, забацаю тут. Строится пушка. Скорбочек течёный. Все. Турелька есть. А чё турель такая побитая? Вот они идут. Скажите, это сейчас. Давай сюда, Авитуса. Да я ещё не знаю. Да.
сколько их получаете. Явится-то идет в бой. Прям так. Да ё-моё, девчонки. Ой, командора положил с топором. Видел, как взорвалась его голова, сказал он. Таркус, что у тебя за... Что-то ты Таркусом играешь, не похоже, что... Это, у тебя он рукопашник. Он у тебя, блин, действует как этот, стрелок. Да. От быстрого болтера орки бы там разлетались вообще. Я выбираю Авит, а Таркус... Авит бегает тоже. Причем мне это совсем не надо. Вот сейчас будет босс Эльдар, хитрый паук. Прекрасная работа, командор. Потеря станции нанесла бы нам сокрушительный удар. Особенно неприятные последствия имел бы захват станции орками, учитывая их план разобрать ее на запчасти. Это была бы серьезная потеря. За последние 2000 не было построено ни одной станции такого типа. Верно, сержант. Мы больше не располагаем технологией для производства таких станций. Потеря даже одной станции – серьезный удар для Империума, от которого никогда не удастся полностью восстановиться. Мне все еще непонятно, на что надеются Ильдары, натравливая на нас орков. Какие бы цели они ни преследовали, Эльдары идут на все, чтобы оставить сектор без связи. Мы не уверены, как они это делают, но наши астропаты описывают их вмешательство как ощущаемую в варпе тень. Ощущаемую в варпе тень? Это их точные слова? Да, их точные слова, Цирус. Однако у нас есть и более срочные дела. Орочий механик Бадзапа готовит еще одно нападение на столицу. Мне нужно проследить за нашей обороной. Постарайтесь поскорее разобраться с проблемами на Тифоне. Возможно, вскоре вы понадобитесь мне здесь. Тул, конец связи. Почему тебя так беспокоит этот бред астропатов, Цирус? Да просто так. Я только надеюсь, что у Ильдаров действительно есть способность создавать тень в арбе. Ради нашего общего блага. Да, Гетто придет и всех завалит. Так, а здесь будет босс-паук. Командор, мы обнаружили большой ударный отряд Эльдаров. Похоже, отряд ведет один из так называемых пауков варпа. Пауки варпа обладают способностью быстрой телепортации. И это объясняет, как Эльдары руководят орками, так что их никто не видит. Уязвимость цели. Его и попытайтесь ближний узнать, бой. Что возможно о планах Эльдаров на Тифоне. Ближний бой, значит, пойдет Фадей. Тут только за людей можно играть, на начало не попал. Здесь конкретно в этой начальной второй части компания, да, за космодесант кровавых воронов. Дальше в продолжении, в хаосе, там также идет история кровавых воронов. Вот. Но в мультиплеере доступны все эти расы, которые тут встречаются. Там если пофаниться, повеселиться хочешь. Ну и, наконец, потом в третьей части
дополнение к этой игре, Retribution, там уже будут компании абсолютно за всех. За Эльдаров, за Орков, там, за Хаос, за Космодесант, за Имперскую Гвардию, там уже все будет вместе. Но, как я уже говорил, именно и проникнуться историей следует начинать вот с этой второй оригинальной части, а потом начинать Хаос. В Хаосе это уже прям... Это одно из самых лучших дополнений, которое выходило на Warhammer вообще в целом. И вы потом поймете, почему я так говорю. Ну а Retribution, там по сути компании за всех, но там вот они потом поймете тоже, когда кто будет пробовать, почему я говорю халтура. И то, что сюжет там как бы есть, но по сути там одна или максимум две компании можно считать как бы более-менее нормальными, а остальные уже как халтурка получается. Но есть, для галочки есть. Итак, по уязвимость цели ближний бой. Значит, Цирус идет гулять и придется бомжика Фадея брать. Блин, бомжик Фадей настолько бомжик действительно. Но не убежал, но да, есть. Так, это нахрен, это тоже нахрен. Белые вещи, видишь, сразу продавай. Все, вот. Красные и синие только остались. Еще и фиол будет, и не только, как говорится. Так. Ага, сейчас будет 6-й левел у командора. А на 6-м левеле он сможет... А ничего он не сможет. О, тут для Фадея сразу два меча. Клинок Улиуса и Волчий Рык. Так, Волчий Рык так. Наверное, оставим Волчий Рык. А Клинок Улиуса продадим. Да. Я думаю, что Клинок Улиуса... пойдет гулять. Во, командору второй слот, отлично. А во второй слот, я не знаю, бомбоудар вообще имеет смысл брать? Нет, наверное. Поэтому. Так, а Фадею... А, хотя, что тут, все равно. Хотя, подожди, вот командору можно взять вот так, а Фадею пулемет вот так. Вот, бронька, сейчас мы... Ой, блин, слушай, Фадей-то, ёлы-палы, что-то он совсем какой-то никакой. Таркус твой у него снарягу отобрал, блин. Короче, слушай, давай-ка мы твоего Таркуса... Вот так. А бедного Фадея хоть... А то он что-то вообще... А то Фадей что-то совсем. Ты у него меч забрал, ты. Поразит. Не, мы, конечно, могли бы. Тогда Фадей как бомж пошел бы. Так что. Ладно, запускай. Да, вот так и пойдем. Будет Таркус у меня по щам получать. А, нет, Таркусу тут. Слушай, лучше. 5 уровня есть резачок, вот. Так что тебе повезло. Ура! Да. Все. Слушай, если Таркус тебя болтеры не использует, блин. Нахрен их тогда держать. Я Авитус у тебя с этим. Бери уже сразу тогда. Тот болтер второй. Че он лежит без дела? Песник шибости? Ну да, че, блин. Так, песник шибости. Вот. А этот тогда, блин, все равно оденешь его. Все. И эту кольчугу на 4 уровень. Один. Одно. Очко не хватает для Таркуса. Хватает.
теперь хватает. О, у него появилась... Какая мощная штука у него появилась. Очиститель могил. Ну, блин. Тогда смысл мне в резаке. Ну, ходи с резаком. Тем более этот босс уязвим к рукопашке. Вот, все. Спасибо. Так, ладно. Все, вот так и бой. Подожди. А, тут есть еще одна вещь. Ставить, не ставить. Броня Вандей. Ну, это тебе решать. Все. Стал. Ой, сколько добра. Потопали. Потопали. Сколько зрителей-то сейчас у тебя на стриме? 6 на Гудгейме, 5 на Твиче. Прекрасно. Очиститель Талчка и Таркус с Ёршиком. Вот они, Эльдары. Вот красота, лепота, дождик. Музыка эльдарская играет. Согласен. Остерегайся ловушек. Штурмовые десантники готовы. О! Джефович. Да, это точно дождь. Что ему показалось? Он говорит, напоминает артефакты, когда видеокарта глючит. А вот и эти эльфийские дамочки с клинками. Где никого в отряде не осталось. Какие перемещаются? В небеса! Тебе опять Таркус сзади стоит, имея мечи в своем распоряжении. Может, я думаю, тебе не стоит это так его делать рукопашником. Тактическое продвижение активировать не забывай, это ж... Где там Фадди или Лирю? Ой, надо кидать. Круто, Фадди молодец. Прям на гранату. Гранатка не нужна. Эти уже не орки, эти хитрые задницы.
позицию. Нифига снайперы по командору саданули. О, новая пачка. Можно было бы, но надо в первую очередь храм захватить, хотя вон ты можешь прочистить путь к литейному заводу. Ты это слишком часто юзаешь. А босса мы чем будем валить? Давайте сейчас и Авитуса походу завалят. Не завалят. Ну ладно. Наши союзники несут потерь, вавится 1 хп. Замечательно. Отступать надо, когда хпшек мало. Ну да, да. Мы не знаем страха, как говорится. Мы кровавые вороны. Я понял, какую роль ты отыгрываешь. Штурмовые десантники готовы. Перенести за. Знаете. Знаешь, что-то их многовато. Все, до свидания. Смотри, что творят. Уничтожим их! Отступаем на подготовленные позиции! Так, тебе. Все, командор пришел. Хватит отлынивать. 5-1 там уже прохлаждается. Там дальше гранатами этих разберешь.
Но тут точку захватывать мы не будем, мы пойдем захватывать храм. Займите позиции, братья. Вот слышу, уже там стрельба пошла. О, левел ап. Цель вон, на арене. Ну и храм попутно. Ну ты там он обезоружишь в двух этих, в домиках гранаты. Тут не влазит. Ох, их тут сколько. Что же вы? Готово. Пошли дальше. Штурмовые уничтожить Эльдара. Отступай, командор. Все, вали. Все, вали, командор. Отлично, свалили. Все, давай ко мне. Ко мне и к боссу, как говорится. Сейчас. Меняю позицию. Что там? Кто на самом деле был? Он новый, опять мистер. Конечно. Звук тут шикарно сделан и зрелищность. Атмосфера добавляется. Сейчас подойдем. А, это у нас водка пошел. Ящик остался. Фадей здесь. Все, Фадей уже на месте ждет у босса. Готово. Этот маяк даже захватывать. Может не захватывать смысл. Все. Готов. Отряд штурмовых десантников в пути. Командор, враг уже здесь. Ух ты. Как у вас хаты? Разберемся с этими пришельцами. Готово. Пошли дальше. Химыч все это Артасов Фадея видит. А, да, кстати. Голос-то его. Завоеваться. Чем у тебя этот выйдет в тактическом продвижении? Так лучше. Все, вперед за родину.
за Россию. Не, России здесь нету. Вот он. А Калимдора тоже. Все, гаси козла. Гаси, сволочь. Ослепляющие гранаты, штука полезная. Ой, сколько ой, сколько хлама, ой, сколько хлама. Тут не пахло. Ой, сколько хлама. Зато мой уровень получил. Отлично, командор. Без этих пауков варпа, которые натравливают орков, на Тифоне намного спокойнее. Ваши победы над орками и эльдарами надолго стабилизировали положение на Тифоне. Однако не все новости так же хороши. Мы получаем множество донесений о том, что местная растительность мутирует, а какие-то чужеродные твари нападают на людей. Ну это... Эти твари. Как это... они выглядят? Это для другой серии. Большинство сообщений от гражданских, Цирус. По поводу мутирующих, а их страх не способствует точному описанию. Мне нужно, чтобы вы как можно скорее вернулись на Калдерис. Орки Бадзапы собираются нанести еще один мощный удар по столице планеты. Я боюсь, что без вашей поддержки Калдерис падет. Летим вначале на Калдерис. Так, Альтос. Полети, подожди. Вначале летим на Калдерис. Сейчас будет завершающая миссия первой главы. Видишь, неспроста фиолетовым выделено. Так. Ой, ой, сколько добра, все продаю. Все тоже к черту, тоже к черту, тоже к черту. Так, вот наконец-то это с дополнительной. Это тоже к черту. Превосходная силовая броня тоже. Это тоже к черту, это. Тоже к черту, это тоже к черту. О. Вот это я понимаю. Так, ладно, пусть пока с гранатой. К черту. Вот это берем командору. Лавровый венец Галариана. Так. О, а вот и кулачок. Командор. Во, зашибись. Все. Как раз Таркус поднял. Отлично. Тактик ближнего боя. Идем на тактика, раз он ближний. А вот мечи, наверное, не обязательно ему прокачивать. Очиститель Макил. Да, мощно, мощно. Ты еще подумай дважды, идти или не идти.
все-таки можно прокачивать стрельбу, да? Ну, судя по твоей тактике ведения этого боя. Да просто порой встречается реально враги ближнего боя. Но в последнее время Таркус у меня получает по щам ближних. Корабли у людей стрёмные. По тяжелой пехоте, видишь, какой урон у этой пушки. Пш-пш. Ладно, пусть урон. Поблок мастер поп. Короче, пусть будет урон 2 очка. И мастер по болтерам потом. Что-то в ближнем бою как-то лавас. В принципе, сам. А, у тебя ромбус в воде еще на уровень. Здесь понятно, здесь тоже понятно. Ну тут прям удар с небес просится на фаде. О! Все отлично. О, зашибись. О, с фаде временно становится неуязвимым после прыжка. Из него, кстати, можно сделать стрелка, это такое себе. Фаде временно становится не бомжом. Да. Ну это временно, потом. Так, ну вот, собственно. Пистолетик. Так, куда ты дел пистолетик, что был? У Таркуса или где он? Или... Ладно, черт бы с ним. Все, вооружен и опасен. Не знаю, нужно ли Фадею эту связка взрывчатки. Пускай будет, хрен с ней. Да, все, вот так и пойдем. Вот Фадею только броню. О! Вот это как полагается. А, она еще его эксклюзивная броня. Все, зашибись. О! Авитус. Поднялся. Ух! Слушай, бери, не хочешь ему ракетницу взять? Безошибочный удар молнии? Да. Офигенная штука. Охренеть! Ладно. Так, кто мне... Ага. Так, не понял. Авитус у тебя, скорее всего, Терминатор сам будет. Вот. Поэтому прокачивать ему точность из укрытия и мастер тяжелого оружия не имеет смысла, ибо в терминаторе он не будет раскладываться. Следовательно, у тебя там потом можно будет прокачать жажду боя. Да, жажду боя можно. И бег еще, забавная штука. Хотя, ну, может, что, жажду боя, идти к жажде боем. Или к бегу, как хочешь. Ух, слеповые гранатки, ты кому их возьмешь? Я вот так сделаю, проще. Точность как раз и это. К рукопашке урон, да? Доброго вечера, Рочка Дримсол. За императора, как говорится. Зачем Авитусу урон в рукопашке? Я это понял. Да, знаю, что сейчас идет распродажа и в Steam, и в GOG, и в Battle.net. Все, что хочешь, как говорится, только покупай. И ремастер за 300 рублей, да, СК-1, и новая компания дешевая, во, вот так, надеюсь, Куртович, ты будешь там расшвыривать гранатами. Все, айда в бой. Айда в бой. Никому тут уровень же больше халявно не да, все.
Все, фадей, взрывчатка, это аст, все. О, а чё ты совершенные гранаты Таркусу не взял? А он еще не может, да, у тебя? Нет. А, не используется с вооружением, а скотчем. А, давай. Так ёлки-палки. Я это и хотел сделать. Совершенное... Это, по сути, еще более... Ну все, поехали. Командор, механик Бадзаппа и его орки пытаются захватить Аргус, столицу планеты. Но... Если им это удастся, Калдерис падет. Я организовал оборону у городских ворот, но новобранцам и десантникам нужна ваша поддержка. Вы высадитесь к Ю? Давиан Тул, капитан Кровавых Воронов. Командует операциями космического десанта в подсекторе Аврели. Его задача — защита Калдериса и Тифона, миров, где вороны набирают новобранцев. Ну и там про его известности с первой части рассказывается. Босс, я думаю, мы бросим эту Рок-так. Сейчас вам прилетит. Как его так? Вот действительно, чайник, а? Поди, чайник, блин. Базит человек. Готов. Штурмовой отряд меняет позиции. Спасайте ноги. Вот танчик. Прикрывай танчик. Ох, мне тут нравится. Танчики так красиво выглядят. Прямо сказка. Таран. Ставь за укрытие. Отряд штурмовых десантников в пути. Так, это уже наши, отлично. Так, и сюда. Почти штурмовой отряд меняет позиции. Так, еще что ли турельку поставить? Да. Штурмовой отряд меняет позиции. Бах. Как и корабли. Но я имею в виду не какой-то там стильный дизайн, а именно как стреляют и палят красиво. Чего
некоторым проектам не хватает, таким вот стратегическим, так это мясо в плане стрельбы, что видно было, как вот пули летят, патроны, гильзы, вот это масштаб. Мазина стреляет. Да вообще ужас. Мерзкие орки. Ух ты, Таркс. Давно было. Может его к турелькам подвести? А то турели, блин, сверху стоят без дела. А, кстати, еще турель. Поздно. Хотя не совсем поздно. Бах, с ракетницы, прям в цель. На Армагеддон. Нам противостоит гораздо большая сила, чем орки и эльдары. Командор, капитану Тулу нужна ваша помощь. Немедленно отправляйтесь к нему. Немедленно к капитану Тулу. Сейчас я компанию возьму для Таркуса. Тут динамитик вон еще лежит. Не хочешь наступить? Динамит нет. А вот ящики. Вооружение. Так, меня подожди. Готово. Пошли дальше.
Нет, это тираниды, это не некросы. Ой, ёлка, пошли. Полби. Капитану Тулу, капитану Тулу. Ой, сколько хлама. Для нас настал нелегкий час. Капитана Тула серьезно ранили враги, которым удалось избежать возмездия. Флот Улью угрожает существованию миров, из которых мы набираем новобранцев. Но эта битва еще не окончена. Доставить капитана Тула к Апотекарию! Бегом! Успокойся, Фаддей. Апотекарий Гордий уже работает. Командор, говорит Апотекарий Гордий, командир медицинского подразделения корабля «Армагеддон». Капитан Тул все еще жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Большинство его органов и имплантатов уничтожены, а чужеродный яд поражает выжившую ткань. Я поместил капитана Тулу в стаз, чтобы остановить действие яда. Но кроме этого, у меня нет никаких средств противодействия отравлению. Надеюсь, Гордий подготовится к тому, что такая помощь понадобится и другим. Ты боишься чужаков, Цирус? Я не знаю, что такое страх, Аритус, но я не глупец. Это были тираниды, монстры-пришельцы, уничтожающие в мирах все живое. Их миллиарды, а нас только горстка. Цирус, ты раньше встречался с таким? Однажды, много лет назад, когда служил в смертельном дозоре. Нам понадобится любая возможная помощь, чтобы противостоять этой заразе. И даже в этом случае мы, скорее всего, проиграем. Командор, с вашего разрешения я попробую вызвать ближайший флот нашего ордена. Но это может занять некоторое время. Тем временем нам нужно обеспечить контроль над Тифоном, пока не прибыл весь рой тиранид. В противном случае система снабжения будет уничтожена. Нападения Эльдаров продолжаются. Они теснят нас и ослабляют нашу оборону. Нам нужно вернуться на Тифон и покончить с Эльдарами. Да, Дарклекс, это справа на карте, что вот эта вот огромная такая вот воронка. Это действие вот этих вот тиранид, новой угрозы масштабной, нависшей над сектором этим. И, собственно... Это как раз, Буб, можно? Это те самые как раз тираниды, которые... о которых в ролике говорилось, да? Ну да, что? Да. Вначале про них говорилось, что и типа это их планета. Да, именно она. Новая угроза, с которой еще до этого никто не сталкивался. И, собственно, эта новая угроза еще также вот показан уровень заражения планеты. И чем больше этот уровень растет, тем над картой будет все больше эта хрень сгущаться, воронка, и миссии, которые мы будем выполнять, дополнительные, основные, они будут усложняться, и этих тиранидов будет просто тьма тьмущая, там даже на карте будет плесень их не летать, там, в общем, жесть будет твориться. И вот, собственно, чтобы этот уровень заражения уменьшать, нужно захватывать вот эти вот имперские храмы. Они снижают уровень этого заражения, помогают удерживать, ну и, соответственно, убивать вот этих вот главных там выводки альфа-самцов, как говорится. Альфа-самцы. Да. Вот у нас сейчас там будет основная приоритетная цель на Тифоне. Вот. Ну я тогда что скажу? Мы тогда, наверное, сейчас будем тогда завершать. Вот конец как раз, по сути...
первой главы. Вот. Да, я думаю, за стрим проходить. Вот, как раз... Это вполне реально. Да, как раз первую главу прошли, тут сейчас начался второй этап. Вот. На этом сегодня будем заканчивать, друзья. Не знаю, будет ли у меня еще там спустя пару часов, ну там, такой почти ночной уже стрим, посмотрим, там, если что, анонс увидите. Ну, а так, надеюсь, вам понравилось, что вы увидели. Вот, это, как говорится, все для вас стримится еще, чтобы вы... Особенно, когда злая сова кидает. Да, да, да. Вот, чтобы вы видели, что из себя представляет эта игра. Ну, я же говорю, мы сегодня начали рано, и поэтому сейчас только половина девятого по Москве. И еще на 4 часа больше по совинскому времени. Вот, а так, возможно, я же говорю, там дальше будет еще стрим второй. Возможно, вполне вероятно, будет еще стрим второй. Вот. Короче, thanks for watching, everyone. Да. And be well, guys. Подписывайтесь на группы. Да. Подписывайтесь на YouTube. И нажимайте колокольчики, чтобы не пропустить следующий стрим. Да, надеюсь, вам все понравилось. И да. Вот это как спасибо бы вас... особенно тем, кто смотрел. Да, вот этот стрим, да и следующий, которые будут по сюжету, это для вас будет как и ознакомление с историей второй частью и вообще, в принципе, с внешним видом игры, как что выглядит, так как, скорее всего, это высокая доля вероятности. Я, даже не скорее всего, а будет наверняка. Мы все, ну или желающие, вот я думаю, наш совинский Курт Вейдер по-любому будет явно согласиться, сыграем обязательно потом в будущем в мультиплеер данной игры, вот этой вот второй части. А потом уже после второй части, когда все уже полностью будут и в курсе, и уже устаканится у всех в голове что да как, вот, тогда уже и, скорее всего, еще и до кучи в первую часть сыграем, потому что на первую часть, там, в последнем дополнении просто огромнейшее количество там и раз, чего там только нет, вот. И механика игры там немножко другая, там упор сделан побольше еще на расстройку баз. Вот. Здесь, в этой второй части в мультиплеере, базы как бы и будут, но они тут не будут играть такую важную роль. Здесь как бы будет тактическая составляющая играть. Там захват точек, установка где-то турели правильной, там, или герой правильно выбран. Ну, тоже очень интересный тут мясной, классный мультиплеер, всем понравится. Ну, а пока, собственно, продолжим проходить кампанию, вас ознакомливать с игрой. Ну, и до новых встреч, друзья! С вами были, вы знаете кто, и наш совинский друг Курт Вейдер, вот знаю, второй там. Да. Всем спасибо за просмотр, друзья. Все дальнейших, так сказать, за императора. Да, за императора! За императора.